снимать. Что, я пиццу сейчас снимать? Нет, не пиццу снимаю, вот это снимаю просто. А, вытаскивай, в смысле? Да, вытаскивай. Что ты сказал, я не понял. От души, пацаны, короче, смотрите, какая. Прикольная темка. Да, вот, печь какая. Печка вообще тема, да? Деревянная печка. Бомбический. Вот наш сушеф. Вертит, крутит, короче. Вертел, вертел, на все. Вот наш, короче, пиццерия. Вот. Всякие разные. Можете просто выбирать любую пиццу и заказать, короче. Приходите, мама Рома, и будете просто в восторге. Тут даже у нас 12 часов ночи заказы идут. Она быстро готовится, да? Слушай, ты прямо блогер, да? Я так смотрю. Блогерством занимаешься, да? Да, есть такое. Нет, прикольно, прикольно. Просто... Если для души что-то делаешь, да, время лишнее. Время лишнее нету, честно скажу тебе. Когда работаешь в кухне, некогда телефон держать. А вот такие вот моменты, когда перекур, свободное время, можешь что-то снять, именно и то, когда момент попадет, да? А так, в принципе, вообще просто выходные. Микрозелень в горшочке принесет. А вообще есть? Да, там. Подожди, да. Здорово.